Понятно. Скажите, по каким обстоятельствам, по какой причине оказались в управлении МВД по городскому округу Домодедово? Задержан по подозрению в попытке ограбления банка. Какая была статья? 162-я. Угу. Разбой. Разбойное нападение получается. Угу. Так, а вы какое отношение к этому имеете? Непосредственное? Непосредственно. А что вы конкретно совершили в таком случае? Попытался завладеть денежными средствами банк. Угу. А это где произошло? В Домодедово. И каким образом? Вы самостоятельно спланировали это нападение? Да. Причем спонтанно. Спонтанно даже? То есть вы конкретную кредитную организацию не подбирали? Нет. Что вы конкретно сделали? Зашел, хотел заставить, ну, как операциониста, чтобы она отдала деньги. А какие действия непосредственно произвели? Ну, забежал, сказал, чтобы деньги складывал в пакет. Какие-то предметы для угрозы использовали? Да. Что непосредственно? Ну, да, была бутылка с бензином. Бутылка с бензином? Да. Вы сами ее подготовили? Ну, она была давно у меня уже в машине, просто вот лежала. Угу. Тут спонтанно так и получилось. А город Домодедово каким образом отобрали для этого? Я не могу дать на это ответ. То есть вы просто на данный момент были в городе Домодедово, и вам пришла эта мысль, да? Ну, да. Вы в содеянном признаете свою вину? Да. Раскаиваетесь в содеянном? Да.